За прошедшие сутки вооруженные силы Украины продолжили нарушать режим прекращения огня. На Мариупольское направление противник выпустил 10 мин калибром 82 мм по району населенного пункта Сосновская. Также ввел обстрел района населенного пункта Синовата, Крутая Балка и поселка Трудовские города Донецка из гранатометов различных типов и стрелкового оружия. Наши вооруженные силы соблюдали перемирие и на провокации не поддавались. По данным нашей разведки, в районе между населенным пунктом Красногоровка и Авдеевка объявлен в розыск военнослужащий Шевалюк Вячеслав Николаевич, который покинул свои позиции во 2-м батальоне 30-й отдельной механизированной бригады с оружием и полным боекомплектом. При этом в настоящее время объявлен полномасштабный план перехват, так как этот дезертир 24 декабря ранил одного военнослужащего, а именно десантника Широкова из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Официальные представители штаба так называемого АТО подчеркивают, что вооруженные силы Украины огонь не открывают, и основными нарушителями перемирия с украинской стороны являются неподконтрольные официальным властям Украины вооруженные формирования или просто нерадивые военнослужащие. Повторно хотелось бы обратиться к руководству так называемого АТО. Наведите порядок среди своих подразделений и соблюдайте перемирие. Большинство из вас офицеры. И мы надеемся, что понятие чести для вас не забылось. Вы дали слово не вести огонь, так держите его.